У нас в гостях Анна Селянина, представитель марки Лариса Селянина. Анна, скажите, пожалуйста, с какой коллекцией вы приехали к нам на выставку CPM и пару слов о вашей компании? Мы приехали с осенне-зимней коллекцией. Это наш любимый сезон, потому что мы производим трикотаж. Мы производители дизайнерского трикотажа. Мы существуем с 1989 года. Нам исполнилось 30 лет в этом году. Это маленькая семейная компания. Ее основали мои родители, и я продолжаю это прекрасное дело. Анна, а какие ожидания у вас связаны с выставкой CPM? Самые позитивные, я надеюсь, что мы найдем партнеров в разных городах, потому что сейчас у нас есть свой магазин в Екатеринбурге, мы изредка бываем в Москве, но мы очень заинтересованы в постоянных продажах в разных регионах России. На каких торговых площадках можно встретить вашу марку Ларисы Селянины? Онлайн или офлайн? Офлайн и онлайн. Ну, в данный момент мы представлены только в собственной рознице и также в собственном, не знаю, Инстаграм. Это торговая площадка или нет? Значит, в Инстаграме, на сайте, в соцсетях. Какие цели вы перед собой ставите на выставке CPM? Найти партнеров, конечно же, ну и перезнакомиться с разными представителями индустрии. Анна, и как можно вас найти в рамках выставки, чтобы прийти и посмотреть все своими руками и глазами? Да, руками особенно, потому что действительно вещи, особенно трикотаж, нужно щупать, мерить, холить или леять. Значит, мы находимся в павильоне 7-2. Это павильон рядом с регистрацией, прямо около входа в метро. Павильон 7-2, стенд B24. Очень вас ждем. Анна, спасибо огромное за интервью. Оставайтесь с нами.